Челнинская организация «Свидетели Иеговы» привлечена к административной ответственности. Деятельность структуры была запрещена по всей стране Верховным судом России еще в апреле. Однако челнинское отделение продолжило свою работу, привлекая в секту новых адептов. 13 июня в Набережных Челнах состоялся мировой суд, где религиозному объединению был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконную миссионерскую деятельность. Кроме того, к административной ответственности привлечены два адепта данной секты. Между тем, по заявлению московского руководства, сдаваться «Свидетели Иеговы» не намерены. Дальше будут действовать подпольно, теперь сектанты собираются в квартирах.